Ну, что там? Блин, да, она полностью рабочая. Да? Работает, да, ну, черт, только бензина нету. В смысле бензина нет? Там же это, был бензин, а? Нет? Нет, пустой бак. Так. Какого черта? Черт, ну что делать, где мы тут бензин достанем? Так, надо нам подумать. Стойка. Ну? А, есть одна идея у меня. Да? Угу. Окей, и что за идея? Я вспомнил. У меня есть бензин. Да? Надеюсь, он остался. Да, сейчас, подождите, ребята, сейчас вернусь. Окей. Откуда у Криса столько бензина? Знаешь, я думаю, что он раньше работал на заправке. Окей. Ой, кстати, подожди, сейчас. Вы куда все, эй? Так, ребят. О, господи, чего? Все готово. Да ладно, канистра. Я думаю, хватит. Крис, стой, Крис. На. Чего? Тебя подгончик. Окей, давай заливай топливо и посмотрим, что, если все нормально, то, ну, надо переждать ночь и уже отправляться. Давай, еще, я нажму тебе рычажок, то. Хоба. Давай. Вот. Открути там. Блин, вообще, каковы шансы, что она заведется? Я не знаю, слушай, но надеюсь, вообще она на ходу. Блин, стекла бы на самом деле протереть. Так, ну все, готово, значит, проверяем. Давай. Ну, думаю, да. Кевина просить заводить не надо. Думаю. Ну-ка. Оба. О! Во. Слушай. Чё, какого хера она вообще починит? Не знаю, она никогда так не заводилась с первого раза даже. Блин, стартер поменял. Не знаю. Бля, чем вообще? Кто это мог сделать? Короче, ладно, мне насрать, кто это сделал. Лучше сейчас переждать ночь и... Твою мать, пойти спать, думаю, да? Я думаю, это самое оптимальное решение. Короче, Кевина в охапку и пошли. Давай. Кевин, эй, ты где? У меня для тебя вино. Кевин. Все пиво. Бля. Мама, я хочу спать. Сюда. Нет. Блин, машина примерла, сука. Че делать-то, ё-моё? Да не сидите, я вам сейчас откопаю вашу хуйню. Бля, Кевин, да... Ну ладно, давай, попробуй. Ну ладно, в принципе, помощь любая понадобится. Эй, бля, спина заныла нахуй. Эй, нахуй. Ну слушай, стой. В принципе, ты её уже откопал. Не, бля, так не делается, бля, до конца. Сейчас мне, бля, Кевин, а это? Ёбаный машин, бля. Прогинается уже. Тихо. А, нахуй. Ну, в принципе... О, она превратилась в этот... В лоурайдер. Что с подвеской, блядь? Да, там просто снег остался под капот, под машиной. Кевин, ты что с машиной сделал, блядь? О, вроде прикатили. Эй, не прикатили, давай, кати меня, мне хорошо. Ты охуел? Так, все, короче, ребята, давайте
не до смеха, сейчас садимся, и я думаю, пора уже на завод ехать. Взрывчатку. Окей, а в какой стране рентген наш? В той стране. Просто садимся и едем. Давай, без лишних слов. А, окей, ну если что, будешь корректировать там, кто поведет? Ты, я думаю. Ну да, Кевину точно нельзя давать водить тачку, он ее разъебет. Пустите, бля. У меня уже ноги болят, я давай, не давай, хочу. Все, пошли, без лишних слов. Так, давайте все по местам тогда. Так, все сели? Да. Кевин? Да, да, хорошо, хорошо. Окей, так, давай снова завести попробую. Так, все, бензин по-прежнему, так? Это, ночью происшествий никаких не было? Нет, я спал как младенец. Ну, да. Отлично, хоть одна ночь спокойная. Мне даже хрени всякой не снилось. Ну ладно, давай уже поедем, что-то солнце слепит. Так. Ой, давай. Хоба. Так, во, кстати, отлично, завелись. Ну, поехали. Магнитол вроде работает. Магнитол? Слышишь? О, да? Да. Ну-ка, давай. Чё-то знакомый, чё? Всяко. Блин, я что-то шипит, сука. Ладно, потом включу. Какой-то знакомый трек, да, Кевин? О, да, вообще. Это же этот... Не помню, короче, пофиг, поехали. Так, давай, первая передача. Хоба. Ну что, давай. Это же вроде рэпер какой-то, да? Да. Так, вроде известный. Фазива вроде, нет? Хрен знает, пофиг. Так, сейчас давай разогреем немножечко движок. В принципе, блин, она замерзла немножко. Так. В том направлении, правильно? Так, ну-ка давай переключим. Да. Опа. Воу-воу-воу, не так быстро. Так. Ну, давай тогда погнали, посмотрим. Вообще в правильном направлении едем. Уже даже снег пошел. Ох, что-то трясет немного. Ты уж извините. Ты поаккуратнее, ладно? Окей. Хорошо. Не забывай на тормоз нажимать. Ну, да, конечно, я жму. Тут какие-то еще горки, хрен пойми что. Что происходит здесь? Вообще, блин, Крис, мы правильно едем? Да, правильно. Вот сейчас... Тормоз не работает! Я жму! Жму! Жми! Сильнее! Чувак! Так, Тихо! Воу-воу-воу! Ку-ку! Бля-бля-бля-бля-бля! Чувак, тормоз отказал! Снесло! Чувак, куда? Какой? Не знаю! Бля, обрыв слева! Погоди. Воу-воу-воу. Давай, значит, направо. Воу-воу-воу. Тихо. Аку, я аккуратно пытаюсь. Воу-воу-воу-воу. Чё, сука. Твою мать. Пиздец. Бля. Ой, чувак. Во, проскочили. Сука. Куда? Бля, куда ехать? Чувак. Я не могу по тормозам. Я не знаю. Просто едем. Обрыв сужается. Обрыв сужается. Тихо. Бля, мы чуть-чуть ударились. Сука. Чувак. Просто прямо. Это что за стена? Так, разворот. Не въебись. Это я стараюсь. Нет. Твою мать. Чувак, какого черта мы быстрее едем? Чувак, тормоза не работает. Блядь. Джей, ты как? Доброе утро, пупуська. Где мы? Добро пожаловать на завод. Как называется? Рентген. Рентген. Бля, почему я в каком-то вертикальном положении? Все ясно, я об руль пизданулся. Отойдите, дайте вылезу. Чуваки, уж извините, тормоза полетели. Ничего не мог поделать. Я думаю, ничего страшного. Да ладно, зато с ветерком прокатились. Я там, так пересрался. Пересрался. Чувак, тормоза отказали, алло. Это жесть. Так чё, вот это вот завод ваш, да? Да, это он. Ну давай. Похоже, знаете, на какую-то зону отчуждения. Ну да, похоже больше на тюрьму какую-то. Слушай, а там
он вообще работает? Типа, Кевин, ты поаккуратнее, а то военные все дела. Лучше далеко не уходи. Кевин, не надо. Здесь никого нет. Похоже на то, раз даже ворота открыты. Смотри, тут какие-то коробки стоят. Бля, пацаны, я коробки. Прикиньте, они упадут, и я такой, бля, коробки упали, сука. Да-да. Блин, чуваки, это место немножко тревожное такое. Да? Знаете, здесь такая атмосфера, ну, такой неприятная. Такое все серое, как Silent Hill, какая-то вышка. Я даже полагаю, это вход. Хочется. Ну, давай посмотрим, что там. Крис, достань Ротвейл. На всякий случай, мало ли там пару Виндиго. Ну да, парочку. Я тоже. Давай. Раз, два, три. Ну? Все тихо. Здесь не парочку Виндиго, здесь парочку архитекторов нужно. Парочку Крисов нужно здесь. Я так полагаю, ух, ё-моё. Я таких... Ого! Завод. Офигеть. Таких заводов давно не видел, на самом деле. Я ни разу не... О, смотрите, танк! Танк? Охренеть. Это танк? Смотрите. Реально танк. Это что, завод по производству военной техники? Ну да, а ты что думал? Черт, просто он как-то на трактор больше похож, чем на танк. Ну, смотри, так он... по-моему, это... Полук. Блин, сгнил, смотри, заржав... Вау! Крис, смотри. УАЗик. УАЗики. Офигеть. Слушай, а как думаешь, мы сможем? Может, возьмем? УАЗик? А? Ага. А если... Ну, вот а... они вообще рабочие? Я... Блин, офигеть. Ну, если их доделали, то они должны быть на ходу. Только мне вот кажется. Самое интересное. Танк заржавел, а УАЗики нет. Какого черта вообще? И смотри, у них у каждого, причем еще по запаске есть. О, смотри! Воу! И это весь динамит? Типа, ну я не думаю, что таким динамитом можно много чего взорвать. Но... Нет, ну ладно, давай мало, на всякий конечно, случай заберем, да. Мало ли. Так, Крис, забери. Так. Угу. Тут вот что вот здесь делает вот это вот? Не, ну просто что здесь делает вот это вот? Ну, рабочие отдыхали, наверное, просто во время обеда, знаешь. Какие-то Вау, это что, погрузочный кран? Ага. Похоже на то. Слушай, давай сходим вот в ту сторону, вообще поизучаем, что да как. То есть, вот это что такое? По-моему, это туалеты. О. График уборки туалетов. Понедельник, вторник. Кевин, это ты, похоже. Кевин. Только у тебя фамилия не Крюгер. Это знаешь, как Фредди Крюгер, только Кевин Крюгер. Так, среда, четверг, Чарли Норренс. Пятница, суббота, Шон Доки. Походу, кто-то не пришел. Шон, ты уебок. Шон, ты уебок. Походу, кто-то туалет не убрал. И... Так, ну-ка, мужской. Вот смотрите, у меня предположение, что женский идеально чистый, а мужской завален. Сначала зайдем в женский. Да, замерзшие толчки. Да не, вонючие, обоссанные воняют. Ну понятно, классика жанра. Короче, мы не за толчками сюда пришли, не толчки разглядывать. Так, а это... Столовая, блин. Нет, короче, это нас не интересует. Чувачки, давайте посмотрим. И вообще, почему здесь нет крыши? Не доделали, нет? Наверное, чтобы ветерок, ветер с моря дул, ветер Блин. С моря дул. Стоп, крышу если здесь дул. Производили технику, то... Ну не могли же без крыш. Такое ощущение, что ну, этот завод дело. Разбирали, но... Но типа не доразбирали. Типа, может, переместить его куда-то хотели, нет? А может они просто закрылись бакланы? Из-за того, что тут повылезали Виндиго? Нет, это скорее всего бакланы, которые едят стадионы. Короче, смотри, там еще какой-то график работ, кажись. Так, расписание крановщиков. О, а что это за красная лампочка? Это аларм-система.
Так, Уилл Джонсон, Айван Вэнкс, Дэвид Шипперс. И все пришли на работу. Смотрите, какие хорошие. Так, конечно. Ну-ка попробуем. Ну, блин, не работает. А ты что хотел? Электричества нету? А вот ну, что да. Вот это за будочка такая? Похоже здесь, на наверное, квартиру. Самый главный сидел. Наверное. О, архивы. О, это, похоже, какой-то архив. Ну, я так, это только что сказал. Я здесь надолго. Окей. Ну, да. Посиди, поизучай. Короче, все правильно. Я остаюсь. Может, что-то интересное найду. Вот. А вы там пока еще что-нибудь осмотрите. Окей, я хотел забраться наверх туда, посмотреть, что-то как. Так что давай аккуратно. Я тебе даже дверку... Не беспокойся. Дверку закрою. Кевин, ты где? О. Кевин, пошли наверх туда, слазим, посмотрим, что там происходит вообще. Так, давай, я первый, если что, то это аккуратно. Только не пухни, ладно? Я ж не ты. Так, ну-ка. Ха, ну, в принципе, здесь... Ха. Ну, ничего интересного. Ай, блядь! Ай, мне грязь твою... В своей подошве в глаз попало. Ну уж извини, я по... Смотри, Кия. Кажись, здесь сидел чел, который отвечает за вот эти вот кранчики. Смотри, вот. О, блин, нифига. На самом деле прикольно так сидеть, наверное. Ну-ка. Хоба, рычаг влево, рычаг вправо, они двигаются. А тут монитор, да? Это монитор вообще? Ну-ка. Да, это монитор. О, нифига. Ой, он тут еще чай пил или кофе. Да. Этот чай или кофе замерз давно. Он, смотри, он превратился в сосульку коричневого цвета. Ну ладно. Смотри, какие-то тут кнопочки, типа красные. Я не хочу ничего трогать, не-не-не. Я тоже не хочу. Давай тогда пошли. Спустимся, я первый. Если что там, не упадет. Окей? Давай. Окей. Так. Ха. Так, Кен. Блин. Я тут, чё. О, эй, чуваки! А? А? Идите сюда, смотрите, что нашел. Ну-ка. Чего? Смотрите. Ну-ка. Так. Зачитай. Дата, конечно, стертая. Значит, заказ военной техники в количестве... Тоже затерто все. Заказала организация непонятно... Может, они специально все стирают, чтобы нихера непонятно было? Ну да, тут не похоже, знаешь, то, что случайно, как будто вот кто-то специально все в каких-то непонятных целях тоже. Дата. Так, заказ несколько. Опять какая-то модель оружия стерта, черт. Запросила организация под названием... Непонятно. Ха, ну, видимо, они все затирают, это же военные тайны. Типа, хрен пойми, зачем. Смотри. Ага. Так, завод Рентген прекращает свою работу по причине, и дальше ничего нет, просто стерто, опять все. О, ну охренительно, что сказать. То есть, странно как-то. Я так и говорил, этот завод же прекратил свою работу. Все, а что в этом сейфе? Ты, может... Я не смотрел. Ну глянь, дёрнь. Ну-ка. Что там? Открой, покажи. О, питончик. Питончик? Блин, я думал, ты смотри, какой хороший. Воу. В нем даже патроны внутри, ты аккуратно не выстрели. Да, осторожно. Блин, ну вообще прикольный револьвер, мне нравится. Ну я не знаю, у меня-то ружье есть, может, кому надо? Да не, оставь себе, может, оставишь на память, типа, любишь ли ты вообще такие револьверы или нет? Ну, мне нравится. Ну, блин, а хотел с игрушкой поиграть. Короче, скучно у вас, пошел я погуляю. Ну ладно, только далеко не уходи. Крис, смотри, мы еще не посмотрели, что наверху вот тут. Там, видимо, какие-то, не знаю, мостики. Главное, чтобы не пизданулось под нами. И ну, да, вот я еще заметил рельсы. Красная и там зеленая, вот там вдали видно. То есть хрен пойми что. Давай-ка аккуратно поднимемся.
блин. Немножко шатается. Да. Вот немножечко я стремаюсь с такой фигни, вот на вышке, когда мы залазили, там же хрен залезешь с Кевином. Кевин-то залез, потому что он бесстрашный идиот, а я что-то немножко зассал, и, бля, она так шаталась. О, слушай. Блин, эти вагончики прям так близко, офигеть. Ты вообще когда-нибудь на заводах был? Я нет. Не, у меня один знакомый работал, рассказывал. Но... Блин, слушай. Я тебе скажу, что это не очень круто. И вообще, зачем эти мостики нужны? Наблюдать, что ли? Не знаю, почему слушай, может... просто не поставить камеры-то? Крис? А? Что за хуйня там такая? Какая? Ну вон, видишь? Вот эта вот тележка с динамитом. Да. Сходим, проверим? Ну, конечно, нет, давай тут постоим. Пошли, конечно. А, пошли. Блин, слушай. Может, как мы его вообще проглядели? Я не знаю, по-моему, этого C4 даже не будет достаточно. Или это динамит, или что? По-моему, мы просто под впечатлением. Наверное, но... Не заметили. Мы нашли один динамит, но это не C4, твою мать. Блин, смотри, это C4. Ну-ка... Забери его тоже. Так. Ага. В смысле, динамит? Блин, тоже TNT. Думаю, его тоже забери, короче. Сейчас посмотрим. Так, погоди. А где тогда это... Красная кнопка ведет туда. Зеленая кнопка ведет... Бля, вот! Какие же мы слепые, смотри. Индикатор горит каким-то светом непонятным. Стой, залезь-ка, посмотри, что внутри. Так, ну-ка. Ох ты, ё-моё! Чего там? Вот и она, смотри. Кто она? Здесь есть одна... Сишка и детонатор и... Сишка? Да? Сишки это, нам не нужны. Какие сишки? Сишки это же то, что курит, не? Да не, не те. Ну покажи хоть в руках. Те, что взрывается. Вот убрал себе. Хочу глянуть. Ну, смотри, смотри. Тут вообще куча этих ящиков. Как тебе? Охуеть. Похоже на тортик. Как в Battlefield'е. Да. Блин. Охуеть. Круто, да? А детонатор есть? Сам. Есть. Чикалка да, эта, да. Которая чик-чик-чик. Блин, так да, хочется есть. Ее продемонстрировать, но нельзя пока что. Типа, просто так тратить их. Смотри. О, а? Не, чувак, да. Давай это, положи в такой карман, чтобы они не сдетонировали как-то там, блядь, не это. Ты вообще умеешь со взрывчаткой работать? У меня что-то сыкает на немного. Ну, я думаю, там все просто. Разберемся. Окей, глянь вот да. В этот ящик тогда, что в нем? Что там? Блин. Так, тут у нас как раз документик о том, как ее использовать, эксплуатация. Да, да и еще три взрывчатки. Еще три C4 или чего? Или динамита? Три C4. Окей, а здесь? Так, это здесь... прям open case. Как мы вообще эту телегу не сняли? Что? Тут еще четыре штуки. Нам хватит. Охуеть, чувак! Что это за тележка волшебная? Я тут полочки знаю. Специально. Мне кажется, мы город взорвать можем. Ну, насчет города не знаю, но вот этот завод точно подорвем. Ну да. О, смотри, тут еще ящики. Так. Ну-ка давай, что тут? Так, а тут у нас порох. Порох и слушай, и чувак, еще взрывчатка. Порох это для динамита, значит. Мы сможем, знаешь, как во всяких фильмах, так положить дорожечку, а потом поджечь и взорвать. Ну да, слушай, хорошая идея, хорошая. Хотя, если положить динамит и сверху C4, то он же тоже взорвется по цепной реакции. Да. А, хотя, это дополнительный план, если вдруг не взорвется C4 по детонатору, то хуяк, так взорвем напрямую. Ну да, все пригодится. Только в общем, порох может ветром сдуть самый херовый. Так, что в этом? Давай, мне не терпится уже узнать. У меня уже карманы разрываются, черт, так, нет, тут здесь разгруз ничего. Хватит на все. Ничего? Блин, боюсь, здесь так, тоже так. Ничего не будет. Да, и здесь тоже пусто. Ну, слушай, сколько у нас в целом C4? Так, сейчас скажу, погоди. Ты куда раз. Делся?
Так, сейчас, погоди-ка. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, если я не ошибаюсь. 11 пакетов? Да. Все, смотри, сколько тут колонн? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Чувак, мы уже это здание положить можем по-хорошему. Ты понимаешь, что площадь огромная, ее взорвать, плюс у нас еще динамит, это офигеть. Так, пошли быстро к Кевину, скажем. Пойдем. Давай, давай. Так, где он хоть? Стоп, надо еще тачку починить, а то типа, ну, такое себе. Хорошо, что я инструмент взял. Окей. Так, где Кевин? Ты что делаешь? Эй, слышишь, Джеймс Бонд, ты куда полез? Бля, Кевин! Ты ё! Ты как? Бля, Кевин, ты чё творишь-то? Бля, 5 минут полет нормальный. Ведро скинь. Холодно тут, блядь. Вот, ща. Ловишь? Ага, давай. Хоба! Бля. О, встал, придурок? Ты нахрена в колодец прыгнул? Да я просто вспомнил фильм «Звонок». Там, помнишь же, девушка вылезала из колодца? Ну, я к ней полез. Ты чё, придурок? А? Что это? Да я сам не знаю.